24 декабря мы в лесу на берегу реки Десна. На лиственных деревьях, в частности на кленах. У нас сегодня два таких вот новых для нас, новых съедобных и очень полезных грибочка. Это иудина ухо или аурикулярия уховидная, черный древесный гриб муэр, еще его называют. И фламулинка. Вот у нас большая удача, мы нашли опять аурикулярию. Вот такие вот так вот они растут. Они съедобные, их употребляют в пищу сырыми. Можно отварить и использовать в качестве рагу. Полезные очень. Противораковые содержатся у них ферменты. И противорадиационные, они выводят радиацию. Поэтому мы для себя их открыли, хотим попробовать, как они на вкус, на цвет, на запах. Я думаю, что нам понравится. Это очень интересно, собирать грибы зимой. Всех приглашаю в лес.